Всем привет, это Аудиомания. Сегодня мы расскажем, что такое волновое сопротивление кабеля и почему его нельзя измерить обычным омметром. В описании к кабелям или на их оболочке вы наверняка видели надпись с указанием импеданса. Обычно это 50, 75 или 110 Ом. Но если попытаться измерить электрическое сопротивление кабеля, для одного проводника оно будет практически нулевым, а между проводниками стремится к бесконечности. Это происходит потому, что надпись говорит не об обычном электрическом, а о волновом сопротивлении. Для того, чтобы разобраться с природой явления, вспомним, что скорость распространения энергии в проводнике не бесконечна и не может превышать скорость света. Таким образом, если провести гипотетический эксперимент, подключив лампочку к источнику питания идеальным проводником длиной 300 тысяч километров, с момента замыкания электрической цепи и до включения лампочки пройдет 1 секунда. В реальных условиях длина проводов многократно короче, и именно поэтому передача энергии по проводам кажется мгновенной. Но с точки зрения физики процесс распространения энергии имеет волновую природу и происходит последовательно по длине проводника. Конструкция любого кабеля подразумевает размещение двух или более токопроводящих жил в непосредственной близости друг от друга. Поэтому с электрической точки зрения он представляет собой не только проводник в чистом виде, но также является индуктивностью и емкостью. При поступлении в кабель электрической энергии в первый момент происходит накопление магнитного поля вокруг проводников и зарядка электрическим полем емкости, которую они образуют между собой. Если кабель имеет конечную длину, процесс заряда происходит практически мгновенно. Но если представить себе кабель бесконечной длины, процесс поглощения энергии происходил бы бесконечно долго. И в этом случае между жилами кабеля можно было бы измерить постоянное сопротивление. Это и есть тот самый импеданс или волновое сопротивление, о котором пишут в спецификациях. При передаче переменного тока влияние волнового сопротивления на работу системы меняется в зависимости от частоты. В пределах звукового диапазона этот эффект не столь значителен, поэтому для аналоговых кабелей величина волнового сопротивления не нормируется. При более высокой частоте, которая используется в цифровых интерфейсах, волновое сопротивление кабеля становится одной из ключевых характеристик, и для каждого интерфейса есть свои стандартизированные значения, под которые настраиваются входы и выходы устройств. Именно поэтому даже при внешнем сходстве цифровые и аналоговые кабели не являются полностью взаимозаменяемыми. Подведем итог. Волновое сопротивление – это величина, которую невозможно измерить бытовым омметром. Влияние волнового сопротивления наиболее критично на высокочастотном сигнале, поэтому для всех цифровых интерфейсов необходимо использовать соответствующие цифровые кабели. Одновременно с этим цифровой кабель может использоваться для передачи аналогового сигнала. Подобрать подходящие кабели для своей системы и получить консультацию вы можете в салонах и шоурумах Аудиомании, а также онлайн и по телефону. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.